Сказки-почемучки. Куда ушли мамонты? Давным-давно жил-был енот. Да такой чистюля, чуть увидит пылинку, да или пятнышко, тотчас мыть-стирать принимается. В домике у него все зияло, у самого на шубке волосинка к волосинке причесана, а еноту не имется, всю работу себе ищет. Решил он прачечную открыть. Только клиентов на эти дело непростое. Кто же решится шубу оставить на целый день и по лесу голиком гулять? Недаром говорят, своя шкура ближе к телу. В ту пору неподалеку от енота мамонт жил. Не в пример соседу он опрятностью не отличался. Шерсть у него была густая, длинная. Одна морока ее мыть да расчесывать. Куда легче косматым ходить? Стал енот прикидывать. Вот если бы мамонта в прачечную заманить, да его шкуру вычистить, тогда от желающих постираться отбоя бы не было. Пришел как-то енот к соседу и говорит: «Ой, вот гляжу я на тебя, иди удаюсь. Какой-то неотесанный, немытый, неухоженный, одно слово, да исторический. Чем от грязи чесаться, лучше бы шубу в стирку отдал». «Уж не ты ли ее постирать берешься?» Мамонт окинула енота недоверчивым взглядом. «А хоть бы и я! Для меня это пара пустяков. Я что хочешь постираю. Лучшие прачки во всей округе не сыщешь», – похвалился енот. «О, а как же я буду без шубы ходить?» – задумался мамонт. «Ой, велика беда! Без шубы! На дворе лето! Небось, не замерзнешь!» – знай, уговаривает енот. Поразмыслил мамонт и решился. «Пускай енот трудится, коли он такой прыткий. Мне заботы меньше». Стянул с себя шкуру и спрашивает: «Когда за шкурой-то приходить?» «Через недельку», – бодро пообещал енот. Взвалил енот шкуру на плечи и понял, что селенки не рассчитал. Еле-еле до реки дотащил. Ничего, думает, ой, в воде легче будет. Но не тут-то было. Набух мех, отяжелел и поплыл по течению. Хотел енот шкуру удержать, да куда там? Чуть сам не утонул, плескался, бултыхался, еле выплыл. Приходит через неделю мамонт. «Ну как, готов заказ?» А еноту стыдно признаться, что он шкуру упустил. «Нет, – говорит, – больно шкура велика, только загривок и успел постирать. Приходи через пару недель, видишь, до сих пор тружусь». И для пущей важности старательно лапами в воде трет, будто полоскает. Пришел срок. Мамонт опять к еноту. А тот одну: «Ой, через месяц приходи. Спину выстирал, до полбока, еще один бок остался». Так все лето мамонт к еноту ходил, пока осень не наступила. Тут уж мамонту стало не до шуток. Ходит вокруг домишки енота, землю шагами меряет, все надеется шубу назад получить. Увидали его звери. «Эй, мамонт, а чего это ты голый? Где шкуру потерял?» Совестно мамонту сознаться, что он свою шубу постирать поленился, да еноту доверился. Он и говорит: «А я не мамонт вовсе, я его родственник». Покачали звери головами: «Как ж ты зимовать-то будешь, родственник? Тебе надо жилье к холодам обустраивать, а ты без дела слоняешься». «А он-то что? Может, я этот, слон? Поэтому и слоняюсь», – огрызнулся мамонт. Так к нему это имя и пристало. Холодно слону было без шубы зимовать, вот и подался он на юг. С тех пор слоны живут в теплых краях. А енот своим внукам и правнукам наказал делать вид, что стиркой заняты, на случай, если сосед за шкурой вернется. Поэтому енотов и прозвали полоскунами.